Солигорске начали включать отопление. В первую очередь, как известно, тепло подают в социально значимые объекты. Так тепло уже пришло в центральную районную больницу. С 10 утра пятницы начали включать отопление в детских садах и школах. Во вторую очередь, куда входит и жилищный фонд, также началась подача тепла. Как сообщили в тепловых сетях, в ближайшие 3 дня во всех квартирах города будет включено отопление. Общественные, административные здания, промышленные предприятия входят в 3-ю очередь. Отопление для них будет подано на следующей неделе. Специалисты обращают внимание, что если ваша система отопления завоздушена, заявку можно оставить по номеру 115.